Здравствуйте! Многие знают, что очень непросто сохранить чеснок до будущего урожая. В процессе хранения зубцы начинают распадаться, желтеют, становятся невкусными. Но это еще не повод их выбрасывать. Но вот такие вот уже неприглядные зубчики не повод выбрасывать. Во-первых, отбракуем те, которые уже действительно никуда не пригодны, это выкинем. А остальные зубчики мы посадим. И мы получим ранней весной очень полезную зелень чеснока, которая будет содержать в себе полезных веществ даже еще больше, чем и в зубчиках. Для этого нужно взять емкость с землей и плотно друг к другу посадить зубчики чеснока. Немножечко их почистить. Вот таким образом посадим. Буквально неделю они будут укореняться, потом они прорастут, и когда они отрастут примерно сантиметров на 10, уже можно эту зелень будет употреблять в пищу. В ранней весной, пока еще земля не оттаяла, да и чеснок, который мы посадили на зубки, на грядку ранней весной, не будем же мы с этой грядки ради этой зелени выкапывать. А вот у нас будет очень хорошая витаминная зелень чеснока, которая поможет нам восполнить дефицит витаминов. Таким образом можно сажать весь чеснок, который уже потерял свою привлекательность в кулинарных целях, его уже не использовать. А таким образом мы и дадим ему еще шанс подарить нам витаминную зелень. Я надеюсь, наши советы помогут вам пережить весенний витаминоз и помогут вам правильно распорядиться с либо излишками чеснока, либо с тем чесноком, который уже начал прорастать.